ставим между ее ног, левую вместе, и надо обязательно присесть. Если я вот так не присяду, если вот так я нагнусь, я не смогу ее бросить. А если я присяду, вот она у меня, мне остается просто повернуться, и она будет на полу. То есть на ковре, не бойся. Вот, видите? На межгосударственном слете юных инспекторов дорожного движения прошел мастер-класс по дзюдо. Мастер спорта России по дзюдо и комплексному единоборству, судья всероссийской категории по дзюдо Светлана Березгова показала подножки, броски, загибы и захваты, которые используют сотрудники госавтоинспекции. Сотрудник полиции обязан, и это является приоритетным направлением в службе ОВД, заниматься физическими нагрузками, повышать свой уровень для выполнения оперативно-служебных задач. Сначала обязательная 15-минутная разминка, бег, прыжки и кувырки. Только потом мальчишки-девчонки приступают к отрабатыванию приемов в парах. Я научился здесь самообороне. Мне тут нравится. Я познакомился с друзьями. А расскажи, какие приемы получались, какие нет? Прием через бедро у меня получается, а получается... Выбить пистолет у меня из руки не очень сильно получается. Несмотря на то, что почти все мальчишки и девчонки впервые занимались этим видом единоборств, все получили огромный заряд положительных эмоций.